Глава республики поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов противопожарной службы. Цитата. «Ваша профессия, являясь одной из самых сложных и ответственных, требует исключительного мужества. Вы первыми приходите на помощь к попавшим в беду, ежедневно рискуя собой ради спасения жизни и здоровья людей. Отдаете этому благородному делу все свои силы, знания и умения. Желаю сотрудникам и ветеранам пожарной охраны крепкого здоровья, мира, добра и благополучия», говорится в тексте поздравления.